Сначала бухает, а потом лечится. Пользователи сети уверены, что из-за запойных тусовок телеведущая вынуждена перейти на здоровую диету. Слава Бородиной как алкоголице пришла к ней уже довольно давно, считают фанаты. В сети есть достаточно подтверждений этих слов, видеозаписи, слова очевидцев и новости в СМИ. Пользователи интернета уверены, что Ксения злоупотребляет алкоголем и в таком состоянии может вести себя неадекватно и несдержанно. Ранее телеведущая посещала очередное мероприятие вместе с мужем и, по словам подписчиков, знатно выпивала. Поклонники заметили пьяные глаза Ксении и неадекватное поведение в сторис. Курбан в момент съемок даже закрывал лицо руками из-за стыда, заметили фолловеры. На сегодняшний день в публикациях телеведущей отсутствуют тусовки и алкоголь. На место них Ксения разумно поместила видеозапись с огромным количеством овощей и салатов. Пользователи сети уверены, что Бородина решила очистить свой организм овощами после алкогольных вечеринок и перейти на здоровую диету. Подписчики положительно оценили стремление Ксюши к изменениям и поддержали ее в этом вопросе. Вероятнее всего, прошедшее мероприятие прошло на веселье, и после него Бородина решила взяться за ум и что-то поменять в своей жизни. Видимо, Ксения решила начать с изменения рациона и отдать предпочтение здоровым продуктам. Огурчики вряд ли помогут телеведущей в борьбе с алкоголем, но и этот решительный шаг к здоровой жизни тоже будет крайне полезен для Бородиной.